Окей, вот здесь явно момент, когда можно и нужно шуметь. Давайте поддержим Артема. Окей. Следите за жестами. Тишина. И раз. Два. Снимали потрясающее начало. И напомню, это Артем Сенченко. Вскоре мы представим всех атлетов, которые сегодня покажут свои скиллы. И, кстати, обратите внимание, то, что в этом спорте, в хайдайвинге, на всей планете можно насчитать порядка 20-20 с плюсом, может быть, атлетов, которые катаются по всему миру. И на какое соревнование вы не посмотрите, это зачастую одна и та же компания, плюс-минус 5 человек, которые находятся географически в другом месте. А прямо сейчас атлеты посмотрели на этот тестовый прыжок, который не побоялся делать Артем Сильченко, и открыть сегодняшнее соревнование по хайдайвингу. И уже в ближайшем будущем, в ближайшие секунды, вряд ли минуты, мы представим всех атлетов, которые приехали сюда, в Москву, из совершенно разных...